Я думаю, что нужно обратиться к нашим друзьям, жители планеты Ру, давайте их так назовем. Я хочу поздравить Витю Шендеровича, себя и вас, конечно, с тем, что наш проект «Петрушка» становится до некоторой степени реальностью, да, то есть вот с той суммой, которая собралась благодаря вам, благодаря вашей щедрости, вашим усилиям, вашей вере в нас, благодаря этой сумме мы уже можем начать какие-то движения, начать подготовку к проекту, делать кастинг и так далее. То есть все необходимые действия, которые ведут к съемочному процессу, к реализации проекта. Это очень приятно. Необходимо напомнить, что проект продолжается, что мы еще будем добавлять новые лоты, да, что нас ждут какие-то новогодние сюрпризы и так далее. И что мы перешли экватор, да, но на самом деле, чтобы сделать весь проект, ну, нужно еще собрать достаточно большой кусок бюджета. Надеюсь, что все это реально. Для того, чтобы получить хоть какой-то ресурс на свое творчество, нужно пройти через серию невероятных компромиссов, через какое-то внутреннее падение, саморазрушение и так далее. А здесь вдруг оказалось, что есть другая планета, где можно там как-то спокойно посуществовать и совершить все необходимые процедуры. Вот. Так что спасибо вам.